на пользование и охрана окружающей среды города Москвы. Сегодня мы даем старт акции «Разделяй и используй». Эта акция проводится в Москве уже в шестой раз. Когда в первый раз в 2014 году мы проводили эту акцию, то мы собрали всего лишь 2 тонны отходов. А уже в прошлом году, в 2017, москвичами, школьниками, студентами было собрано более 33 тонн отходов. Цель этой акции – это популяризация экологически ответственного образа жизни и раздельного сбора отходов. В рамках этой акции мобильные центры по сбору отходов, такие, как мы видим за моей спиной, объедут более 50 школ, 10 вузов, 50 торговые центры и 10 наиболее самых значимых мест в Москве. Основная наша задача в том, чтобы у нас дети, гости столицы научились бережно относиться к природе и самим принимать в этом активное участие. Основной мусор, который собирается, это бумага, картон, металл, пластик, стекло, оргтехника. Он разводится на переработку, сначала на сортировку, а потом уже на переработку. И в последующем данный вид отходов мы увидим уже в других изделиях. Основные центры находятся не в Москве, они находятся в Московской области и в других областях, в том числе и в городе Санкт-Петербурге. А почему вы работаете в В рамках этой акции просто очень сложно что-то другое, наверное, доставить к мобильным центрам по сбору отходов. В связи с тем, что в ней принимают участие дети, студенты, горожане, то максимум, что можно принести, это в своих руках. Поэтому это прежде всего бумага, стекло, пластик, то, что мы используем в повседневной жизни. А сколько вот в ходе этой акции планируется в общей сложности тонн собрать? Знаете, у нас вот в прошлом году было собрано 33 тонны отходов. В этом году мы планируем собрать больше. Но в прошлом году она проводилась у нас в прошлом два раза. В этом году она будет у нас 2 недели. И здесь все у нас будет зависеть от активности горожан и о том, как вы осветите эту акцию. 2 недели, вот в рамках вот этой сейчас начнется, 2 недели. Да, с 9 по 22 апреля. Да, в Москве функционирует 1000 пунктов для селективного сбора отходов, которые можно посмотреть, их место размещения на сайте акция.rso.москва. Как акция мобильных? Мобильных у нас будет 10 университетов, 50 школ, 10 торговых центров и 10 самых.